Надо идти. В лавке герцога вы найдете все, что нужно для решающей битвы. Из-за этого переполоха я уже потерял цель. Bonne chance. Прекрасная дочь, иди ко мне. Ева, это ты? О, я так по тебе скучала. Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Интересно, у тебя необычное тело. Отдай мне Розу, слышишь? Ничего, я убью тебя правильно. Вперед, давай! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? Я свое заберу. Я исполню свою мечту! Нет! Роза! Моя! Что за хуйня? Настоящий.
моя дочь, а не твоя. Я покончу с тобой. Впервые вижу, чтобы человек жил в сердце. Вдруг не все, но я один из нас. И ты не цели вытащил меня из пучины отчаяния. Но она же только снесла тебе крышу! Тебя дойдет, что Роза моя дочь, а не твоя. Чудесно!
рано или поздно все. Почему ты мне не шутишь? Ты одной ногой могил. Зачем тебе Роза? Роза моя дочь. Больная ты тварь. Прекрасная дочь. Ты исполнил свою роль, Уинтерс. Ты истребил наше потомство и пробудил великий. За крошку Розу не тревожься. Уверяю, со мной она познает настоящее счастье. Теперь ты можешь мириться. Иначе ты ведь знаешь, за моя дочь, а не твоя. Ты меня из пучины отчаяния. Он даровал мне эту чудесную силу. Да, но она же только снесла тебе крышу. Thank you.
черта с два! Здрасте, Кронус, не дали цели, и я смогу наконец возродить свою дочь! Столетие! Все ради этого дня! Это за мою дочь! Роза! Тихо. Тихо. Роза, все хорошо. Все хорошо. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Итан, очнись! Крис, Итан, ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан, надо идти. Бомба, которая взорвет к чертям всю деревню. Смотри на меня. Нам нужно убраться, прежде чем взорвать. Черт! Тебя ждет Мия. Она жива, слышишь? Жива! Мия? Я люблю тебя. Прости.
Береги Розу, Крис. Эй, эй, эй! Сам ей скажешь. Ну же, идем, мы уже близко. Не бросай ее. Пусть растет сильный. Прощай, мальчик. Вер, Вер, поднимай нас! Стой! Где Итан? Быстрее! Сейчас будет взрыв! Нет! Нельзя лететь без моего мужа! Мия, сядь и пристегнись. Сначала ты скажешь мне, где Итан! Он бы нас не бросил, я знаю. Скажи, что случилось? Где? Что это? Сказал же тебе, сядь. Нет. Где Итан? Крис? Он мертв. Прости. Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. БСА прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Жду приказа. Подбери наших бойцов. И курс на европейский штаб BSA. Они заплатят. I went searching.
Теперь ты нам должна. И она заперла девочку в зеркале. Родители искали дочь целый день и, наконец, нашли. Охваченный гневом, папа бросился на ведьму, а мама нежным касанием развеяла злые чары. Но ведьма была сильна, и папа крикнул: «Спасай нашу дочь!» Мама с дочкой побежала прочь, а лес охватил пожар. Пепелище и поныне напоминает о жертве, которую принес отец. И до сих пор всем детям, кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары, как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Because of you, hey.
Как думаешь, мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя, она далеко. А вдруг у него есть ракета? Ну, тогда коснуться можно, но ему будет там холодно. Ну ты и глупышка. Думаю, Луна не похожа. Мне кажется, что очень похоже. Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини, мне пора. Люблю тебя. Нашел ее. Да, там. Ну да, сегодня. Нужно решить проблему. Тебя ждут, Эвелина. Не смей меня так называть, понял? Эй, я пошутил, Роза. Я могу показать тебе такое, что даже Крис ни разу не видел. Она на мушке. Отбой. Все под контролем. Подросток же. Роза, соберись, возьми себя в руки. Знаешь, ты вся в него. Я знаю.